Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал такой компактный минивэн. Это Ford C-Max 2008 года выпуска. Данная машина сделана на базе Ford Focus 2. Машина довольно надежная, интересная. Машина идет выкидной ключ зажигания на три клавиши. Открыть, закрыть и багажник. Такие ключи пошли на Ford с 2004 года выпуска. Ключики очень надежные, хоть он выкидной, но на уровне ключей Audi по качеству. Проблема с возрастом: изнашивается лезвие ключа, слизывается металл, довольно легко меняется либо лезвие ключа, либо выкидной механизм. Также со временем сдаваются резиновые клавиши. По электронике: электроника крайне надежная, Siemens, служит очень долго. Для того, чтобы заменить батарейку, нужно разъединить эту часть от этой. Просто он растягивается на две части, и часть с кнопками, она раскрывается как ракушка, внутри стоит батарейка CR2032. Часть нижняя — это отвечает за дистанционное открытие и закрытие машины. Верхняя часть, вот в голове, вот тут вот находится чип мобилайзера, который связывается с катушкой на замке зажигания. Вот здесь вот катушка. Вот здесь вот. Данный ключик по поводу ОБД-2 разъема. ОБД-2 разъем находится в автомобиле вот здесь вот, где стоит ELM, обычная, простая. Этот ключик хозяйский, он машину заводит, а также дистанционно закрывает и открывает. Владелец автомобиля приехал к нам на Икибай для того, чтобы мы запрограммировали новый ключ зажигания. Мы изготовили точно такой же ключик. Он как хозяйский машину заводит и дистанционно закрывает и открывает. Если у вас проблема с вашими ключами зажигания на Ford, либо на другую марку автомобиля, нужно отремонтировать ключ, заменить корпус ключа, заменить элемент питания, отремонтировать замок зажигания, замок двери, вы потеряли все чипы ключи зажигания, тогда вы можете обращаться в нашу компанию Акибай, вы получите качественную помощь. Если это видео вам казалось полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на наш канал, нам будет приятно.